Лисицкий, тренер по самокату в школе Стриспорт. Сегодня мы с вами будем изучать новый трюк. Это будет базовый трюк Opposite Whip. Приступим. Opposite Whip – это вращение вашей доски на 360 вокруг своей оси. И то есть вы должны закрутить ее в оппозитную сторону. И перед тем, как научиться делать Opposite Whip, нужно научиться его крутить. То есть крутить его руками. То есть закидывать его ногой и крутить его. Это первое. Второе. Вам нужно ставить во время этого трюка ноги правильно. То есть у вас передняя нога должна быть на центре, задняя нога около тормоза. Ноги должны стоять лучше всего на носках. Так будет проще и легче вам зацепить доску, чтобы запустить ее в полет. Третье. Я считаю, что Opposite Whip надо делать с банихопа. Четвертое. Лучше всего делать tail whip, по-моему, передней ногой. То есть не двумя закидывать, а одной. Передней. Так, теперь вам нужно учить его закручивать ногами вместе с руками. Вы ставите переднюю ногу на центр доски, на носок. Сзади ногу, может быть, пока оставить на полу. Смотрите, вы закидываете вот эту ногу вперед, а рулем вам нужно отодвинуть его немножко назад и сделать круг, как вы делали это вот до этого, когда вы вращали руль. То есть вот закидываете и начинаете вращать. То есть еще раз. Вперед и закидываете вот так. Все. Старайтесь держать руль около себя. Не отводите слишком далеко. Далее вы пытаетесь это делать уже в прыжке с задней ноги. То есть вы прыгаете с задней ноги и закручиваете Opposite Whip. Пацаны, короче, Opposite Whip лучше всего учить. Лучше флэт. Но тот, кто слабак, может учить скикера. Затем вы пытаетесь сделать Opposite Whip, стоя двумя ногами на доске. То есть вот так. Ну, приятного вам обучения и желаю вам всем успехов в трюках. И всего самого лучшего. Саня. А, забыл, короче, это подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.